Всем приветики, дорогие друзья, и мы продолжаем играть в чучело. Так, ну что ж, ребяточки, погнали. Вы на канале Funny Games. Продолжаем играть в нашего чучела и посмотрим, сможем ли мы забрать нашу вишенку. Эй, что это? Там бомба в вишне, ребята. Ребята, вы только посмотрите. Так, ну что ж, чучел, погнали. Так, это был вступительный ролик, ребятчики. Так, в чучело мы давно уже не играли. Вот, ребята, продолжаем. Продолжаем играть. Что это такое? Вишенка зацепилась на люстре у нас. О, как же ее достать-то, а? У нас есть это, ребятчики, вот такой вот рычаг. И у нас есть улитка. Давайте подойдем к улитке. Тук-тук-тук. Ого! Смотрите, кого мы достали, ребята. Это огромная улитка. А это что? Ого, нет, ребятки, мы не сможем. Мы не сможем, наверное, подкрутить. И это довольно-таки тяжело сделать. Куда ты? А я? Что это такое? Что это она мне дала, ребяточки? Монеты. Короче, ничего не понятно. Ого, что это? Куда это она меня заманила, ребята? Ну давайте сюда зайдем. Так, это какие-то испытания, ребятки, которые нам надо пройти. Две пружины упало. И что это? Что это такое, ребята? Я ничего не понимаю, ребят. Как же мне их убивать-то? Или мне надо продержаться? Как-то непонятно все. Так, чучело, ну давай, давай. Все, они улетают, ребята. Я так думаю. Как же мне это испытание пройти, заработать? Все, ребятки, кажется, я понял. Мне надо пройти три испытания, которые мне дала улитка. И потом она поможет нам достать нашу люстру с нашей вишенкой. Что мне нужно делать? Прятаться от них или убивать? Я же абсолютно не знаю. А ну пускай попадет на меня.
А, это... Все, ребятушки, теперь я понял. Вот так вот их надо убивать. Да что ж такое, а? Все, ребяточки, отличненько, мы всех победили, кто здесь был. Так, первый уровень пройден, ребяточки, одну медаль нам должны дать. Опять, ребята. Я думал... Я с этих упал, ребят. Так, давайте мне уже быстрее. О. Отлично. Так, осталось поймать красную каплю. И давай вот так вот их. Вот так вот. Он упал прямо мне на голову. Да что ж такое, он сбил меня с ног. Давай, давай, вот так вот. Еще раз, Юра. Давай, молодец. Вот так вот. Ну что ж, неплохо, ребят. Поработали мы. Все? Так, ребяточки, какой-то босс у нас появился. Так, зеленую надо поймать. Нет, нам нужно зеленую поймать. Поймать нужно зеленую штучку. О, неплохо. Надо его ударить. Вот так вот. Все, ребяточки, он задымился, загорелся, этот робот. И я получил кучу монет. Или что я получил? Я даже не вижу. Все, одна медаль есть у меня, отличненько. Нужно еще две заработать для того, чтобы улитка меня пропустила, ребята. Погнали. Так, ну что ж, второй уровень, ребятчики, погнали. Ковер съел меня. Так, ну что ж, что здесь у нас, ребятчики? Это обычный Пэкмен, да? Так, это мне после него надо вишенки все съесть. Чтобы он меня не съел, да? Отлично. Так, первый уровень я победил. Сколько здесь уровней будет? Так, второй уровень, ребятки. Надо вишенки кушать за ними, видите, ездить. Если я съем все вишенки, то будет отлично. Так, идет, вот смотрите, утка такая вот. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо. А, нет, убегай, это съест. Так, ребяточки, отлично, вот тут мы съели. Ну что ж, довольно-таки неплохо, хочу вам сказать. Чуть-чуть не туда поехал, куда надо. А, нет. Смотрите, за мной два гонятся, ребяточки, за мной гонятся два прямо штучки. Так, осталось две. Давай. Отлично, отлично, ребятчики, мы сумели убежать. Это такая игра Pac-Man, довольно-таки прикольная, мне очень нравится. Наконец-то мы сумели убежать. Так, ребята, ого, что это такое? Вы только посмотрите, что это? Ай-яй-яй, меня съели. Все, ребятки, я погиб. Ну что ж, вторая жизнь у меня есть. Так, теперь надо быть более аккуратным, чтобы чучело не съели, ребят. Так, чучел.
Куда? Опять съели чучело. Да что ж такое, а? Так, вот это, я так понял, баночка это. О, я съел одного, ребята. И второго съел, отлично. Эта баночка мне помогает, ребяточки, бороться с этими злыми и нехорошими врагами. Ого, опять, смотрите, трое. Да что ж такое, а? Все, я понял, для чего эти баночки нужны. Ой, опять появились, ребяточки, опять. Видите, нельзя оставаться наедине. Они постоянно могут съедать нас. Постоянно. Да что ж такое, как от них всех убежать, ребяточки? Вон гонятся все за мной. Пускай плавает, еще недолго им осталось. Еще им недолго осталось, ребятки. Давай, давай, Юра, быстрее, 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 быстрее. Отлично, ребяточки, мы прошли этот уровень и получили вторую медаль. Нам нужно 3 медали для того, чтобы порадовать все-таки улиточку, чтобы она нам помогла, ребяточки. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, ну что ж, ребятки, третье задание, последнее от улиточки, и мы его проходим. А это еще что такое? Что это за тетрис? Это мне нужно убегать, чтобы меня не застроили, ребята, видите? Я так понял, тут тетрис, стройка идет, видите? И самое главное, это не попасться, чтобы... На меня не кинули вот эту штучку, видите? А сколько нужно продержаться? Долго? Ого, ребята, довольно-таки сложно. Как же продержаться здесь, ребята? Ого, меня чуть только что не прибило, реально. Реально очень сложно, ребят. Сейчас на голову упадет квадратик и все. И мы просто-напросто проиграем. Это бомба какая-то, ребят. Все, теперь нужно убегать от бомб. Тетрис-бомба, ребята. Бабах, видите, они разрываются и... Если я в радиус действия попаду, меня просто-напросто разорвет на части, ребят. Ого, огромнейшая бомба, нет! Победа! Отличненько, дорогие друзья! Наконец-то мы с вами прошли эти все 3 уровня, которые нам задала с вами, ребята. Вот эта вот штучка. Теперь она нам должна разрешить достать. Все, она мне дала какую-то таблетку, ребята. И что с ней делать? Я съел таблетку. Ого, у меня мышцы выросли от этой таблетки, ребята. Вы только посмотрите. Теперь я смогу достать свою вишенку. Иду крутить, ребята, ручку. Оба! Вот такой вот я сильный. Отлично, отлично, отлично. Моя вишенка наконец-то, ребятушки, нашлась.
Ой, я не достаю, ребята. Я не достаю к своей вишенке. Что же будет? О, отлично, ребячки. Она упала рядом со мной. А, мои руки оторвались, ребят. Это так и надо? Где же мои руки? Ого-го, ребячки, у меня оторвались руки. О, отлично. Вытащил вторые. Моя вишенка. Кто это такой забрал? А ну отдай-ка мою вишенку назад. Быстро, я тебе сказал, положи на место. И вместо вишенки мне опять мышь эту серую бросил. Да что ж такое? Погнался я опять дальше, ребячки, за вишенкой. Так, ну что ж, дорогие друзья, довольно-таки неплохо мы сегодня с вами сыграли в эту игрушку. В следующей части, ребячки, мы продолжим играть. Так что, ребяточки, до скорых встреч на канале Funny Games. Мы играли в чучел. Будем продолжать в следующий раз играть. Пока-пока.